Всем привет! Самые свежие и лучшие новости Дома-2 на 6 дней раньше эфиров. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии и лайки. Вчера на проект пришли двое новеньких парней. Знакомьтесь, Альфред, ему 19 лет. Вчера Саша Харитонова сразу с ним заселилась в вип-дом. Ребята провели жаркую ночь. Второй парень Вова пришел к Тате. Оставили обоих новеньких. Дима Дмитренко прилетел на поляну отбывать свой срок в карцере. Но так как изолятор откроется только в понедельник, Дима будет жить в туалете. Ольга Рапунцель до последнего пыталась уговорить своего парня подарить ей кольцо за 100 тысяч. И тогда ему не пришлось бы лететь на поляну в тюрьму, но Дима предпочел 5 дней заключения. Федя Стрелков и Кристина Лисковец тоже покинули остров и вылетели на поляну. Глеба Жемчугова выпустили из изолятора и отправили на исправительные работы за то, что нарушал тюремный режим и сутками валялся на кровати. Татьяна Владимировна вернулась на проект и была неприятно удивлена новостью о том, что ей больше нельзя оскорблять в своих постах Сашу Гозиас, Эллу Суханову, Лену Босс и Стеллу Мунас. Девушкам не нравится, как о них отзывается Татьяна, и они пригрозили устроить райскую жизнь Марине, в том случае, если ее мама не заткнется. Татьяна Владимировна пообещала помалкивать. Стало известно, что Стелла Мунас была замужем и разведена. Андрей Черкасов поделился, что следующую его рубрику о бывших участниках будут снимать в гостях у Габозовых. Саша Гозя собирается к себе домой на выходные. Костя предложил взять билеты и полететь с ней, познакомиться с доченькой и с ее родственниками. Однако Александра протестует по непонятным причинам и не хочет, чтобы Костя летел с ней. Возможно, Саше просто стыдно знакомить Костю с родителями и дочкой. Ведь у него ужасное отношение к Гозиас, он ее не уважает и занимается рукоприкладством регулярно, но и Саша тоже не подарок. Сегодня в городских прошли съемки ток-шоу, была тема «Дети – помеха в семье и матери-кукушки». Татьяна Владимировна часто проводит время в компании Ильи Ябарова, а также ребята обмениваются ласковыми словами в адрес друг друга. Действительно, все выглядит так, как будто это новая пара на проекте. Вчера хотели засудить новенькую Дашу, но не удалось. Обвиняли в домогательстве к Ване. Однако в ходе суда выяснилось, что Ване все равно с кем быть, Марине тоже все равно, и только Даша неравнодушна к Ване, добивается мужчину. Молодец. Ольге Жемчуговой кажется, что у Марины Африкантовой с Андреем Чуевым план, и села Марина в тюрьму вовремя, как раз перед этапом, чтобы петь из изолятора, чтобы пожалели. И не зря такие предположения. Иван Барзиков сегодня раскусил договорняк Африкантовых и послал эту семейку куда подальше. Татьяна Владимировна сообщает, что сегодня на проект вылетела его бывшая девушка Маргарита. Возможно, именно в связи с этим событием Барзиков сегодня отказался от Африкантовой. На сегодня это все новости Дома-2. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал.